Привет, ребята, с вами Альфина, и вы на канале Альфина Лайф. И сегодня у меня будет тест вот такого вот волшебного клея от Марины Куксы, Unicorn Glue. Мне кажется, все уже сняли обзор на своем канале, но я его купила совсем недавно, поэтому хочу его протестить. Давайте же начнем. В этом клее 100 мл. Кстати, я купила загуститель на всякий случай. Так, открываем. Так, это, я надеюсь, как-то снимается или нет? Ладно, будем наливать вот так вот. Как вы видите, клей очень прозрачный, но немного жидковат. Давайте приступать к загущению. Для начала я добавлю капельки 3. Примерно вот столечком. И перемешиваем. Я добавила еще немного активатора, и реакция уже потихоньку идет. Не знаю, сколько нужно активатора, потом посмотрим. Пока получаются вот такие вот сопельки. Ну а мы мешаем дальше. Сейчас я вымешиваю все руками, потому что я вымешивала уже примерно 7 минут и решила, что на этом достаточно. Этот слайм как-то отделился и смешивается какими-то соплями. Очень странная консистенция, конечно, но давайте мешать дальше, посмотрим, что будет. Наконец-то я вымешала этот слайм. Он еще немного липковатый и желейный. И остается вот такими мелкими кусками на руках. Думаю, вам видно. А так, слайм очень мягкий. Сейчас я, наверное, добавлю в него немного активатора. Совсем капельку. Слайм хорошо кликает, достаточно хорошо тянется, хрустит, но, наверное, единственный минус, что он желейный и остается на руках. И также вымешивается очень долго, я мешала примерно, может быть, 15 минут, причем руками. А так, слайм прикольный.
покупать этот клей решать вам. Возможно, кому-то нравится такая текстура. Слайм также прозрачный, но сейчас в нем очень много пузырьков. И становится, мне кажется, полузеркальным. Это тоже такой плюс. Вот такой вот он прозрачный. Но местами он вот так вот рвется. Если его тянуть медленно, то он тянется, но если играть им активно, то он надрывается, так как он желейный и с ним не очень удобно играть. Я думаю, что вы видите сами его текстуру. В принципе, этому клею я могу поставить 8 из 10. Ну и кому понравилось мое видео, поддержите меня пальцем вверх, подпишитесь на мой канал и всем пока-пока!